магазине в печном мире есть линейка печного литья. Это есть печной рубцов, это вот, вот эта вся стена, это есть двери как со стеклами, и также есть двери чугунные. И есть также у нас Везувия, это у нас там Москва. Есть также у нас ЛК, это тоже Москва. Есть у нас финны. Финское литье. Там в Финляндии два завода, это СВТ и HTT. В Финляндии делают двери и как и печные, и также, как, также и каминные. Получается, у них, если посмотреть на Финляндию, у них получается шнуры все, что уплотненные шнур, что на стекло весь шнур, также вторичные поддувы все эти. Это для того, чтобы и стекло не коптилось, и металл, чтобы не вело чугун. И плюс у них еще такие дверки есть. 505-я. У ней снимается ручка, чтобы не нагревалась, потому что любая какая-то ручка, она нагревается. Здесь убрали, открыли, чтобы дети не залазили, и сами не обожглись. Когда надо открыть, вставили. И также есть хлебные все. У них тоже большая линейка очень хлебных камер. И также есть и со стеклом, и есть и без стекла. Получается. Тоже большой плюс для того, чтобы сделать там или русские печи кто-то делает, или делать печь-камин с духовкой. Эти большие плюсы. Также у них сейчас много производят по колосникам. Колосника линейка очень большая. Есть линейка и промышленных колосников, и есть линейка. И также есть задвижки. Задвижки сейчас много. Поворотные задвижки есть. Также на кирпиче есть такие же штыревые. Супер, не совсем. Медь, медь, медь.